Сериал «Горячая точка», второй сезон, 10-12 серии. Анонс. 10 и 12 серии выйдут 2 декабря на телеканале НТВ в 20 часов. 10 серия. Расследуя исчезновение Капника, в Чернодолье приезжает следователь ФСБ Кожеуров. Его беседу в гостинице с администратором Ларисой слышит Ольга, жена Руслана, которая видела машину Капника с Жихаревым за рулем. В отделение милиции приезжает прокурор области Васютин. Он обещает забрать дело Жики и провести тщательную проверку. Раиса рассказывает ему все, что знает, и отдает гранату, оказавшуюся муляжом. После ухода Раи Васютин советует сдать ее в психушку. Ольга подкарауливает Жихарева и предлагает сделку, в обмен на свободу Руслана она не расскажет Кожеурову, что видела его за рулем машины Капника. 11 серия. Менты поручают Бусыге устранить Ольгу. Бусыга присылает кузнеца. ЖК успевает его опередить, убивает и спасает Ольгу. Вместо ЖКи навстречу с Ирен идет Эдик. Горюнов с Жихаревым его убивают, думая, что перед ними ЖК. Потом они убивают Ирен. Борис Хасанов просит Сыча выяснить, кто убил его сына. Раису забирают в психлечебницу. Жихарев сам решает убить Ольгу, но у нее дома его встречает ЖК и стреляет в ногу. Горюнов находит Ольгу и обманом выясняет, что Мурин прячется на складе. Но ЖК оттуда уходит, оставив там связанного Жихарева. Менты, приехавшие брать Мурина, поджигают склад. 12 серия. Жихарева, пытающегося выбраться, они убивают, приняв за Мурина. ЖК встречается с Кожеуровым и все ему рассказывает, но категорически отказывается ехать в генпрокуратуру, пока не освободят Руслана и Мори. Руслана отпускают. В психлечебнице у Раи случается сердечный приступ. Ее забирают в кардиологию. Руслан находит Жику. Они похищают Раю и везут к Татьяне. На очередной встрече Жики с Кожеуровым, тот оказывается не один, а с Ведерниковым. Они стреляют в Жику.